Почему мы выбрали такую тему и предлагаем ее вашему вниманию, почему мы предлагаем ее обсудить? Дело в том, что на нашей кафедре создается магистерская программа для магистров-заочников медиаобразования в библиотечной сфере. В какие же переломные времена? Каков контекст, который делает еще более актуальной тему нашего вебинара? Я хотела бы напомнить, я думаю, библиотекари хорошо знают, что в последние десятилетия весь мир библиотечный обсуждает проблему места, роли библиотеки как социального института в эпоху интернета. Все чаще в общественное сознание выбрасывается очень опасный тезис о том, что библиотека... Но есть еще третий элемент, на мой взгляд, который не должен быть упущен. Это то, что называется мудростью философии, то есть умение объединять знания глубинных принципов со способом практических действий. И объединяет это не что иное, как человеческая личность, сам человек. Известно в философии, что человека можно рассматривать как индивида, индивидуальность и личность. И вот, на мой взгляд, именно личность соединяет себя. Вам хорошо известна идея, которую высказала ЮНЕСКО. Вы хорошо знаете, что долгие годы ИФЛА и ЮНЕСКО работали независимо. ИФЛА занималась проблемами информационной грамотности, ЮНЕСКО исключительно медиаобразованием, медиаграмотности. Ну, начиная примерно с 2010 года, с совещаний в Бангкоке, с рабочих встреч крупнейших мировых экспертов, у которых не довелось быть, вот стало обсуждаться. А теперь позвольте мне предоставить слово другому следующему докладчику из Кемерово. Это моя ученица, моя бывшая студентка и аспирантка, а ныне научный сотрудник, кандидат педагогических наук Елена Витальевна Косолапова, которая является соавтором множества вот этих, не множества, а всего трех пока, а будет пяти учебных пособий. И я еще должна сказать, что она отвечает у нас, она расскажет об интересном практическом опыте работы реальной с библиотекарями, библиотекарями-практиками в регионе, каким образом уже сейчас, не дожидаясь, пока появятся специальные образовательные программы, можно повышать уровень наших библиотекарей-практиков в области медийной информационной грамотности. Пожалуйста, Елена. Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте подробно охарактеризовать структуру курса «Основы медиаграмотности школьника», который предназначен для будущих для подготовки будущих библиотекарей. Данный курс разработан в 2015 году. Он предназначен для бакалавров заочного отделения направления подготовки библиотечной информационной... Уважаемые коллеги, ну, прежде всего, хочу поблагодарить Наталью Ивановну и Елену Витальевну за их замечательное выступление. И сейчас я передаю слово Александру Вячеславовичу Шарикову. Это кандидат педагогических наук, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, город Москва. Его доклад называется «Обобщенная модель медийно-информационной грамотности». Да. Коллеги, добрый день. Очень приятно, что у нас такое мероприятие сегодня. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Спасибо вам. И мы переходим к следующему блоку нашей работы. Пятиминутное выступление со всей нашей страны, с востока на запад. И мы начнем с островов утренней зари. Южно-Сахалинск, пожалуйста, Валентина Аврамовна Малышева, директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Ну что, хочу поприветствовать всех участников этого замечательного мероприятия и выразить просто благодарность всем тем, кто выступал до меня, потому что, конечно же, как бы мы ни говорили о какой-то практической деятельности библиотек, естественно, все должно начинаться с того, чтобы мы понимали вообще, о чем идет речь. И без таких замечательных теоретиков, которых мы здесь услышали, и Наталья Ивановна, и Александр Вячеславович, и Елена Витальевна. Это, конечно, все замечательно. Но, уважаемые коллеги... И я даю слово Станиславу Георгиевичу Германцеву. Если будущий магистр будет работать на международном уровне,
Книги, они отражают сложную и многообразную реальность, а переосмысляют ее, представляют ее в несколько иных ипостасях, в более упрощенных ракурсах, выход на заказчику, в данном случае библиотеке. Без учета этого принципа полноценное медиаобразование, на мой взгляд, невозможно. Следующий вопрос звучал так. Что необходимо сделать, чтобы медиаобразование в библиотечной сфере было действительно полезно для отрасли? Для себя я ответил следующим образом. Во-первых, должно быть переосмысление библиотекарями своего места в новом информационном мире. Во-вторых, Спасибо вам большое за участие. Всего доброго и продолжайте смотреть нашу трансляцию. Да, уважаемые коллеги, мы продолжаем. Я передаю слово Екатерине Александровне Кучмуруковой, кандидат исторических наук, декан гуманитарно-информационного факультета Восточно-Сибирского государственного института культуры, город Улан-Удэ, Бурятия. Добрый день, добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас всех, участников вебинара. Очень приятно участвовать в вашем вебинаре и хотим поблагодарить основных докладчиков за очень содержательные и информативные сообщения по проблеме. Вообще тема нас очень заинтересовала, и мы с коллегами последние вот уже 2-3 недели бурно обсуждаем эти вопросы и перечитываем специальную литературу и общались очень мы подробно с Юрием Юрьевичем. И мы пришли к такому мнению, что сегодня у нас в библиотечном сообществе все-таки используется... Вот, спасибо большое, и мы переходим к следующему выступающему. Лариса Александровна Сулейманова, директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Коллеги, всем, по-нашему добрый вечер, по-вашему еще, наверное, день. Дело в том, что когда мы посмотрели уже ответы наших коллег на предложенные вопросы, понятно, что библиотекари такие библиотекари, все основательно, все так, как будто бы мы сами себе экзамен, аттестуемся на экзамене сами перед собой, так мне показалось. Дело в том, что мне бы очень хотелось, когда наши коллеги из сферы профессионального образования библиотечного задумываются над созданием... Лариса Александровна, да, в очередной раз, сталкиваясь с вашим парадоксальным мышлением, склонным к противоречиям, к контрапунктам, да. Я помню, когда я вас приглашал для участия в глобальном видении, и звонил, вы мне говорили то же самое. Не глобальное видение, а прежде всего практика работы библиотек, да? Но у нас же все получилось с глобальным видением, да? Вот я думаю, что и тут получится. Я предлагаю вам быть адвокатом дьявола в нашем деле, таким, который будет подвергать строгой и суровой критике все эти проекты с точки зрения связи с практикой. Вот именно таких профессиональных компетенций. И большое вам спасибо за тонко расставленные акценты. Очень много было, хорошо и тонко расставленных акцентов. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Следующий наш выступающий – это Елена Олеговна Чувашова, заведующая Томским региональным центром президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Я кратко скажу именно о том, о чем сегодня, что сегодня поняла и осознала, какую-то рефлексию, возможно. Первым делом я подумала о том, что сегодня происходило в нашей библиотеке и как это хорошо связано абсолютно с тем, что сегодня мы обсуждаем здесь, на этой видеоконференции. Утром у нас здесь был электронный гражданин, все залы библиотеки заполнены пожилым поколением. Наши молодые библиотекари, молодые специалисты обучают бабушек и дедушек тому, как пользоваться услугами современного интернет-пространства. После этого все они получат паспорта электронного гражданина. Это в рамках проекта у нас Департамент по развитию информационного общества реализует, а мы им помогаем. Мы стали площадкой по внедрению этого всего в Томске.
Затем была конференция замечательная в нашем же зале, которую организовывали новосибирцы. Это видеоконференция, в которой представляли электронные продукты, которые создавались библиотекарями при революции, что тоже вообще очень актуально, все этим занимаются, я знаю, что тема недалекая ни для кого. И наша видеоконференция, все мы находимся в своих городах. То есть вот эта медиа, она нас настолько окружает, и, конечно, это тема, которая... в которой мы должны быть настолько погружены. Без этого библиотекаря сейчас вообще невозможно. Я не представляю, что может сделать библиотекарь, который вот не ладит с техникой, у которого нет этой практики, а тот человек, у которого нет теоретического понимания, как это все для чего. И вот эта мудрость, которую сказал Юрий Юрьевич, меня эта идея вообще больше всего потрясла и удивила. Действительно, ведь если мы не будем как-то... Спасибо большое, Елена Олеговна. Я слушал вас и вспоминал слова великого Михаила Васильевича Ломоносова: «Российское могущество будет прирастать Сибирью». Благодарю вас. Спасибо. И мы, пожалуйста, и мы переходим дальше, на Запад. У нас Урал, Екатеринбург, Марина Вячеславовна Ивашина, ученый-секретарь муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга. Здравствуйте, Марина Вячеславовна. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Я надеюсь, что все это будет прирастать не только Сибирью, но еще и Уралом. Да. Мы уже на Урале. Уже на Урале. И мне очень интересна та движуха, та интеллектуальная активность, которая создалась вокруг этого мероприятия. Это интересно. Вот то, что продемонстрировал Юрий Юрьевич при помощи Юрия Николаевича, и то, что делают все участники этого проекта, мы продемонстрировали бешеные темпы освоения вот именно медиаграмотности. Мы в ходе работы над этим проектом получили какое-то еще дополнительное медиаобразование. И вот это очень важно. То, что вот это медиаобразование нужно для конкретной жизни. Это не просто работа с каким-то текстом, не просто умение работать с каталогом, находить какую-то информацию. Это умение решать проблему. Юрий Юрьевич поставил перед нами проблему. Юрий Николаевич усложнил эту проблему и поставил дополнительные перед нами проблемы, работая с определенными программными продуктами. Мы эти проблемы решали все вместе. Мы искали информацию, мы ее осваивали, мы учились пользоваться, мы получили определенный уровень медиаобразования. Не полный, конечно, но все у нас впереди. Когда нам в следующий раз Юрий Юрьевич с Юрием Николаевичем дадут задание сделать какие-то рекламные видеоролики наших выступлений, возможно, мы с этим справимся. Так. Спасибо вам большое за участие. Еще я хотел сказать, да, спасибо, что вы это отметили. Мы потерпели неудачу 27 октября. За 10 минут до начала мероприятия вышла из строя система. Но мы не опустили руки, стали осваивать вот эту систему OBS, Open Broadcaster Software. И в недавние праздники у нас была встреча 3 числа, 4, 6, мы все это записали, отработали технологию на кафедре, потом обратились к вам. И видите, сегодня все получается. То есть медиаобразование – это смелость. Это смелость смотреть жизни в глаза. Вот я считаю, что это так, это очень важный элемент в медиаобразовании. Спасибо вам большое, и я передаю слово следующему нашему участнику нашей дискуссии. Это Лариса Михайловна Магазевская, директор Астраханской библиотеки для молодежи имени Бориса Шаховского. Здравствуйте, добрый день, Юрий Николаевич, добрый день, Юрий Юрьевич. Очень рада вас видеть и хочу поблагодарить за приглашение поучаствовать в вашем вебинаре. Я согласна с Юрием Юрьевичем, что это медиаобразование сегодня – это действительно смелость, потому что я сегодня смело осваиваю информационные технологии и выступаю, принимая участие в таком солидном вебинаре. Хочу сказать, что когда в первый раз я услышала
словосочетание, понятие и медийная информационная грамотность, то я воспринимала его скорее как информационно-коммуникационные технологии. И только в 2011 году, после рекомендации на заседание ИФЛа, где были они приняты, я поняла, что это мои представления, они выходят за эти рамки, что и... Спасибо вам большое. Наталья Владимировна Абросимова, заместитель директора по научной работе Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Некрасова. Наталья Владимировна, добрый день. Бог выключит. Я с удовольствием послушала всех предыдущих выступающих, и мое мнение о программе медиаобразования в библиотечной сфере менялось, и по каким-то таким волнам размышления я плавала. Что бы мне хотелось сказать по поводу этой магистерской программы? Программа в том, что вообще, в принципе, медиа, информационная грамотность должна являться сквозной какой-то грамотностью любого человека, который живет в современном мире. Я думаю, что вы с этим... Спасибо большое. Еще осталось выслушать нам выступление двух специалистов из Москвы. Я передаю слово Екатерине Владимировне Калининой, кандидату экономических наук, главному научному сотруднику отдела электронных ресурсов и сервисов Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова, город Москва. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Здравствуйте. Да, все видно? Да. Все хорошо? Да. Идеально. Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, после вот таких полных профессиональных докладов и сообщений, которые мы сегодня услышали, мне, наверное, будет очень трудно добавить что-то новое, интересное для коллег. Поэтому, если вы не возражаете, давайте я просто напомню такой библиотечный анекдот, который приключился в стране несколько лет назад, но он имеет, на мой взгляд, самое непосредственное отношение к обсуждаемой теме и, наверное, будет таким своеобразным аргументом, подтверждающим необходимость введения такой программы и, скорее, может быть, даже в какой-то практической части ее, может быть, менее, чем в теоретической. Но, может быть, кто-то помнит, как в апреле 2009 года в библиотеке поступил новый номер журнала «Библиотечное дело». Это был 7-й номер. Библиотеку со всей серьезностью рассказала об этом Всемирном библиотечном Давосском форуме и выступлении Владимира Владимировича Путина. У себя в ЦБС там удалось тогда мягко разрулить эту ситуацию. Но еще через пару дней то же самое я услышала уже от руководителя другой московской ЦБС. Ее сообщение было сделано на совещании руководителей учреждения. И в результате, спустя несколько номеров в том же журнале, уже в 15-м номере журнала «Библиотечное дело», появилась статья, не надо представлять Сергея Басова. И, эта статья была такой своеобразной объяснительной запиской. И выяснилось, что одновременно как раз этот журналист с итальянской фамилией Серджио Басо Вас, это был как раз Сергей Басов. И он в этой своей статье объяснял историю возникновения этой первоапрельской шутки, как она пришла ему в голову, как поддержала его редактор Татьяна Филиппова этого журнала. В общем, они как бы... Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. Да, всего доброго. Ольга Витальевна Камкина, заведующая библиотекой номер 240 централизованной библиотечной системы Северо-Западного административного округа города Москвы. Здравствуйте, Ольга Витальевна. Улыбнитесь, вы в эфире. Спасибо большое. А вы уже на любимой работе, да? Да, хорошо. Я уже давно на любимой работе. Спасибо огромное. Я прежде всего хотела сказать спасибо, коллеги, за такую честь участвовать в столь грандиозном для меня событии, как этот вебинар. Для меня это действительно очень важно и очень приятно. Плюс того, что я выступаю последней, наверное, в том, что, собственно, добавить-то мне уже вообще очень мало, что я могу. Поэтому я на базе нашей библиотеки как раз реализуется проект «Техносайенс». Он ориентирован на работу с молодежью. И в нашем современном мире
при все возрастающем главенстве цифровой реальности этот проект, он будет очень актуален, и он будет рассказывать об интеграции цифровой реальности и высоких технологий в науку, в культуру и в повседневную жизнь. И дело в том, что выросло целое поколение молодых людей, которые родились уже в эпоху интернета. Я думаю, что здесь нельзя преуменьшать опасность вот, нечеткости постановки целей. Поэтому, мне кажется, разработчикам магистерской программы первое, что требуется сделать, проанализировать формулировку магистерской программы, потому что в трактовке сегодняшней мы увидели большую полисемичность, то есть однозначность. Каждый понимает как счастье. Кто-то ждет, так сказать, от будущих выпускников магистерской программы конкретных навыков в области медиажурналистики, создания конкретных медиапродуктов. Кто-то ждет вообще подготовленных, благодарить всех, особо поблагодарить Юрия Юрьевича и Юрия Николаевича, потому что они взяли, как говорили в старину, многотрудное дело подготовки этого семинара, взвалили на себя и блестяще это выполнили. Сердечно благодарю, желаю всем успехов. Мы готовы к контактам. До связи. Спасибо, уважаемая Наталья Ивановна, за очень ценные советы. Все они с благодарностью принимаются. И в заключение прошу еще 5 минут вашего внимания. Я хотел бы, чтобы сказал свое слово Юрий Николаевич Белоножкин, потому что есть предположение, что то, что мы осуществили в техническом плане, в России не осуществлялось ни разу, а может быть и в мире тоже. Во всяком случае, примеров мы, аналогов мы не знаем. Юрий Николаевич, пожалуйста. Дорогие коллеги, вы сейчас видите нас на экране, как будто мы сидим с Юрием Юрьевичем за одним столом. Действительно, это необычайное мероприятие. Это необычный вебинар. Многие из вас знают, что это такое. Напомню, что вебинар имеет ограничения по количеству участников. В нашем случае потенциальное количество участников в YouTube – это весь мир. Обычные вебинарные платформы этого не умеют. Мы не нашли аналогов. Мы видим, что потоковое вещание или так называемый стриминг активно применяет молодежь, а точнее геймеры, которые делятся в открытую, показом своего экрана, как они там воюют, при этом, ну или какие-то другие игры. У них, знаете, я сам не игрок, но я знаю, они это транслируют в онлайн открыто, свободно. Мы взяли эту технологию, но мы ее добавили. Мы ее впервые, потому что я аналогов не вижу, применили в учебном процессе. Я сам применял это при проведении курсов повышения квалификации. Спасибо, Юрий Николаевич, вам за рассказ, за добрые слова. Ну что же, пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить всех участников сегодняшней встречи и пожелать вам. Вот я оцениваю то, что сегодня случилось, как праздник, то, что произошло. Но это праздник рукотворный. Мы его сотворили своими руками. И я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. До свидания.